старательных учеников, студентов, аспирантов отметить ваши самые выдающие заслуги и успехи. В науке, искусстве и спорте вы все время покоряете новые рубежи и внушаете нам уверенность в том, что будущее Казани в надежных руках. Наш город поистине богат одаренными детьми. Мы это знаем по многочисленным победам наших школьников на конкурсах российского и мирового уровней. Но талант, как и бриллиант, требует огранки и вложения большого труда. Для того, чтобы заслужить признание, необходимо прикладывать огромные усилия. И вы доказали, что готовы к этому. Мы отметили много других работ, которые могут стать основой развития нашего города. Дорогие стипендианты, ценность имеет все ваши мысли. Каждая работа – это ключ к тому, как сделать наш город еще более современным, комфортным для проживания. Я прошу глав районов, руководителей структурных подразделений исполнительного комитета обратить особое внимание на идеи наших молодых ученых. Никите Аношину, детская школа искусств номер 9. Адель Гарикулина, детская музыкальная школа номер 10. Громче овации. Стипендия присуждается Елизавете Мартыновой, детская музыкальная школа номер 4. Ребята, ученики детских художественных школ дарят свою лучшую работу нашему замечательному городу. Под ваши опорные аплодисменты прошу вас, ребята, давайте поприветствуем Анастасию Мутнину, детская художественная школа номер 3. Илья Сахарна, детская художественная школа номер 1. Диана Сычева, детская художественная школа номер 6. Ксения Шарбина, детская художественная школа номер 4. Ваши аплодисменты.